Привет всем, дорогие друзья! Сегодня хочу вам показать вот такой вот классный узорчик. Посмотрите, как он смотрится. Я его назвала узелки, потому что здесь вот получаются такие небольшие узелки. Такой оригинальный узор. Это его лицевая сторона. Вот так он смотрится по изнанке. Тоже интересная сторона. Вяжется очень просто. Раппорт узора составляет 2 петли и 4 ряда в высоту. Единственный минус — идет большой расход пряжи на такой узор. Но, тем не менее, он имеет место быть и очень красиво будет смотреться в свитерах, кардиганах, шапках. Наверное, может быть, шарф можно связать таким узором. Но я надеюсь, что вы найдете применение этому оригинальному узору. А сейчас давайте приступим к вязанию. Итак, я набрала петли для узора 19 петель, включая кромочные, и одну петлю для симметрии. Один ряд я провязала изнаночными петлями и начинаем вязать с первого ряда. Кромочную петлю снимаем, 1 лицевая. Из следующей петли мы вывязываем 4. За заднюю стенку я вяжу бабушкиными петлями. Вывязываем 1 лицевая, делаем накид. Следующую петлю мы вывязываем между первой и второй петлей. Вот здесь. Это у нас будет третья петля. И еще раз провязываем лицевую в эту же петлю. Так, получилось 4 петли. Это один раппорт узора. Дальше повторяем. 1 лицевая, и из одной вывязываем 4. Лицевая, накид, лицевая между петлями и еще 1 лицевая. 4 петли. Повторяем до конца ряда. Лицевая, из одной 4. И снова лицевая, и из одной 4. Лицевая, накид, лицевая между петлями и последняя лицевая в петлю, и сбрасываем 4 петли. Вяжем до конца ряда. Немножко придерживаем, чтобы петли не соскальзывали. Лицевая, накид, лицевая между петлями и еще в петлю 1 лицевая. И в конце ряда петля симметрии, 1 лицевая и кромочная. Провязываем изнаночной. Так, мы провязали первый ряд, второй ряд. Вяжем так. Кромочную снимаем, 1 изнаночная. Так, где у нас вот получилось 4 петли, вот они, их провязываем за заднюю стенку лицевой петлей. 4 петли вместе, 1 лицевой. И чередуем 1 изнаночная и 4 петли вместе лицевой. И так до конца ряда. Изнаночная, 4 петли вместе лицевой. Снова изнаночная и 4 петли вместе лицевой. Вот так получается. В конце ряда 1 изнаночная и кромочная. Провязали второй ряд. Третий ряд вяжется точно так же, только узор у нас смещается. Кромочную снимаем, первые 1, 2, 2 петли провязываем лицевой, и из следующей вывязываем 4, лицевая, накид, лицевая между петлями и еще 1 лицевая. И чередуем 1 лицевая и из одной 4, лицевая, накид, лицевая между петлями и 4 лицевая петлю. Так повторяем до конца ряда.
И в конце ряда последнюю петлю провязываем лицевой и кромочная. Следующий ряд вяжем точно так же, как и вязали второй ряд. Кромочную петлю снимаем. Здесь у нас будет 2 изнаночные в начале ряда. И дальше 4 петли вместе лицевой и 1 изнаночная. 4 вместе лицевой и 1 изнаночная. Повторяем до конца ряда. И в конце ряда у нас получается 2 изнаночные и кромочная. Мы провязали один раппорт узора, дальше узор повторяется с первого ряда. Ну вот такие вот маленькие узелки получаются, очень оригинально смотрится. Ну, здесь вот пряжа маленечко другая. Так красиво смотрится этот узор. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите свои комментарии, понравился или нет узор. Всем пока и до встречи в новых видео.